Всем привет, друзья! С вами снова Кот. Продолжаем проходить кампанию «Служу спецназу» в игре «Арма 3». 10 мая 1987 год. За 2 дня до захвата Стингера. Кундуз, Афганистан. Сейчас сделаем. Спокойной ночи. Идем дальше. Замечен противник. Солдат. Северо-восток. 200 метров. Прием. Там не только солдат. Там еще и БТР. Идет в нашу сторону. Вижу цель. БМП. Направление 200 метров. Прием. Замечен противник. Ракетометчик. Восток. 100 метров. Прием. Замечен противник. БМП. Северо-восток. 200 метров. Прием. Минус. Еще 2. Сейчас сделаем. Минус 1, минус 2. Замечен противник. Автомобиль. Север. 200 метров. Прием. На станции. Похоже, мы попали на саму дискотеку. Дискотека – это хорошо. Замечен противник. Автомобиль. Север. 200 метров. Прием. Вижу цель. Солдат. Направление 500 метров. Прием. Потом свалим. Нужно убедиться, что он находится в этом доме. Попробую подойти ближе и глянуть в окна. Попробуем. Главное, чтобы нас не заметили. Кажется, вот это окно.
опять обратно ползти. Ну, вроде почти на месте. Да, вот второй, он. Прекратить огонь. Второй. Движение к... Первый. Замечен противник. Пулемет. Северо-восток. 200 метров. Прием. Это отличная идея. За мной, вперёд, вперёд, не оставайся. Так, почти на месте. Займи эту позицию. Я сейчас их постараюсь выманить. А ты стреляй, только не промахнись. Вижу цель, солдат. Направление 200 метров. Прием. Или отсюда попробовать? Да, его тут все равно видно. Позиция удобная. Минус один, минус два. Отлично. Садись на стрелка, быстрее. Да, оптика тут, конечно, оставляет желать лучшего. Первый. Движение к... Второй. Первый. Жду. Стреляй по БТР. Бей душманов. Давай, давай. Вообще, я думал, мы куда-то поедем. Но ладно. БТР действительно надо выбить. Ну, стрелять он по нам уже вижу, точно не будет. Солдаты. Направление 200 метров. Прием. Вижу цель, солдат. Поехали ближе. Да еще и стабилизатора нет. Вообще печально. Сколько их тут выбежало?
водитель еще живой. В том БТРе. Минус. Еще один. Влево. Кажется, их становится меньше. И ездит. Там водитель мертвый уже давно должен быть. У него броня не рассчитана на такое. Минус. Готовый. Справа никого? Вроде нет. Душман убежал. А не, обратно убежал. Минус. Теперь-то хана этому БТРу. Минус два. Последний. Минус. Кажется, мы тут справились. Теперь нужно уходить отсюда. Садимся на водителя. Так пойдет быстрее. И валим отсюда. А вот люки лучше закрывать. Кажется, по нам огонь открывают. Вот и все. Приехали. В общем, как-то так. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока.